Притчи Соломоновы, глава 21. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, — грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком — мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым. И когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Праведник наблюдает за домом нечестивого. Как повергаются нечестивые в несчастье! Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Подарок тайны потушает гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Алчба, ленивца, убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Жертва нечестивых — мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа.